Для чего это? Подготавливаются лазы для потолка, которым далее будет прибита вагонка. Прибита первая лага. Видно, что потолок деревянный, некрасивый. Но после того, как лаги будут прибиты, можно будет набивать пластиковую вагонку. После того, как прибиты лаги, ставится профиль. Да, направляющие, можно сказать. Такой желобок, в который вставляются вагонки. Крепится степлером. Измеряется длина вагонки. Вот так. Одна за другой вставляются. И преображается домик. Каждая меряется, режется ножовкой по металлу и прикрепляется степлером. Вот так, плашка за плашкой, и постепенно будет потолок. Так, потолок готов, домик уже почти готов, осталось сделать пол.